девочки, красоточки, давай. Давай, не похлопай, не похлопайте им еще раз. Сегодня вас радовали. Винеева Александра. Зазулина Марина. Вахунова Елена. Равлев Софья. Лебедева Валерия. Гуркова Любовь. Табурина Татьяна! Никого не забыли? Ну да, надеюсь. Да, да. Итак, а вот они, вот они, вот они, наши самые красавицы. Они вышли в великолепных платьях, в шикарных платьях, которые предоставил нам наш спонсор «Золотой песок». Это замечательный студия одежды «Золотой песок». И знаете секрет? Эти платья идут в подарок девочкам. Вот такой приз всем, девочка. Я думаю, стоит поблагодарить организаторов. А теперь... Самое приятное. Итак, и самое интригующее. Конечно же, награждение. Дмитрий, ты знаешь, кто что получил? Нет, не знаю. Конечно же, нет. Потому что большая игра. Да. Итак, я немножко уйду сюда в уголочек. Итак, а давай, Артем, я прибегу к тебе. Давай, потому что я тоже хочу знать. Итак, друзья, каждая из наших девушек выиграла, потому что она уже пришла сюда и выступила. Так что они молодцы. Да. Но в определенных номинациях выиграли определенные девочки. Итак, первая номинация – Мисс Грация. И в ней выигрывает Зазулина Марина. Аплодисменты! И специально обученный парень. Включайте букет и, конечно же, ленту победить мисс Грации. Артем, как у тебя одежда? Почти. Почти, да. Следующая номинация это мисс Артистичность. Артистичность. И это... Итак, раз, два, три. Гуркова Любовь! Аплодисменты! Мисс Артистичность. Вот она, самая артистичная девушка. Следующая номинация – Мисс Улыбка. То слово, которое Артем не прочитал с первого раза. Улыбка, Мисс Улыбка. И в этой номинации выигрывает и Лебедева Валерия. Вот она, Мисс Улыбка. И специально обычный парень выходит со специальным букетом, со специальной лентой, специально для Валерии. Следующая номинация – Мисс Креативность. Мисс Креативность. И самая креативная, казалось, по мнению жюри – это... Кто это? Раутлек Софья! Аплодисменты! Триганы, я считаю. И специально обычный парень немножко запаздывает. Где-то бегает цветочками. Потому что парень. Самый креативный подарок для тебя. Самый креативный букет. Он уже придумал миниатюрки там за кулисами. И самая креативная лента специально для тебя. Итак, еще раз аплодируем. Его красавчик! Раутлек Софья! Мисс Креативность! Едем дальше, Артем. Мисс Вдохновение. Вдохновение мисс. Итак, выиграла в этой номинации Вакумова Елена. Аплодисменты. Мисс Вдохновение. Вот она, Вдохновение. Специально обученный парень идет. Специально обученный парень бежит вновь. И вот она, лента и букет. Такой непостоянный. Да, да. Итак, в номинации мисс зрительских симпатий. Знаете, кто выиграл? Не знаете кто, потому что я знаю я. Но я вам скажу, это Минеева Александра, аплодисменты! Вот она. Все, да, кто полюбил больше всего зрителя. Итак, специально обученный парень со специальной лентой. Вот он, красавчик. Красавчик. И красавица. Итак, последняя номинация. Как салон в моей машине прям. Да. Мисс Обаяние. Итак, обаяние. Кто же выиграл мисс Обаяние? Табурина Татьяна, конечно! Татьяна! Громче, Татьяне! И смотри, никто не стал мисс, Артем! Нет. Конечно же, у нас теперь остались две самые главные номинации. Это вице-мисс и мисс Лифтов. Но я перед тем, как огласить эти номинации, я попрошу пригласить на сцену очень-очень сильно хочу увидеть. Конечно же,
директора Института энергетического образования и безопасности. Это Синников Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, просим, просим. Да, и представители не просто, как мы сказали, турфирмы, а ведущего и самого крупного туроператора по Греции, который уже 20 лет лидер на туристическом рынке. Итак, Итак, представители, это Вячеслав Викторович и Елена Александрова. Давайте похлопаем, Не стесняйтесь, выходите, Вот, и на самом деле, мы сейчас объявим, тоже у нас выиграли мисс и вице-мисс. Подарочки готовы. Ну а сначала, я думаю, как, может сначала вы хотите сказать пару слов? Да? Да, я помогу. Михаил Владимирович на академическом заседании, я его заместитель. Я скажу, да. А мы все знаем, конечно, это просто была интрига. Только подумайся. Но больше говорить не буду. Первое, я скажу такое. Екатерина II как-то награждала одного генерала. Музыка красивая играла и так далее. Он уснул. Пригласите, что ты хочешь? Пригласите ко мне ротного барабанщика. И когда заиграл барабанщик, он заплакал. Когда девушки вышли в форме, ну так тепло у меня на душе стало. Такие они стали все красивые. И ступай, да. Второе, чтобы больше не повторяться, Гурьянова Ирина. Сюда иди. Вот так все решается на факультете. Десенко Сабина, сюда иди. Сабина. Наталья. Наташа Деева. Вот Деева. Итак. Пару слов. Это фон. Вот эти девушки все готовили, у него было много помощников. Огромный им спасибо. Вот как все строго на институте. Да, и по решению жюри, я с жюри переругался, они свидетели, но переругался по-другому. Я сказал, надо было всем давать вот такие ценные подарки, потому что вы все победители. Спасибо, девушки, очень прекрасно. Спасибо огромное. И теперь пару слов от представителей турфирмы, не просто турфирмы, а я сейчас у меня записано, это самый ведущий, самый крупный туроператор по Греции, уже 20 лет лидер, это Музенидис Тревор, правильно? Я говорю, Музенидис, это греческое как-то имя, да? Фамилия. Да, это фамилия. Выходите в центр. Это фамилия президента нашей компании. Наша компания существует уже 20 лет. И мы с удовольствием отправляем всех в солнечную Грецию. Действительно, холдинг нашей компании очень большой. Это и собственная авиакомпания, это и собственный автопарк, признанный самой лучшей в Европе, это и сеть своих отелей. Большой также отдел у нас VIP-MICE, то есть большой отдел по образованию также, да, и занимаемся мы молодежным, да, и корпоративным отдыхом на территории Греции. Да, да, и Елена Александровна не зря это говорит, потому что главный приз от компании, а как правильно сказать? Музенидис Тревел. Вот, еще раз. Музенидис Тревел. Музенидис. Чувствуете, Греция запахла, да? Вот, и вот это все роскошь, про которую Елена Александровна говорила, достанется, ну, я не буду перебывать, давайте говорите, какой главный приз вы подготовили для мисс Ивто? Главный приз мы подготовили, это путешествие в солнечную Грецию, и можно провести незабываемый уикенд в пятизвездочном отеле в городе Салоники, признанной молодежной столицей Европы 2014 года. Вот так! Ну... А на сколько она поедет участница, победительница? На 5 дней? Да, на 5 дней. Вот это да. Все, в следующий раз я тоже заявлюсь на конкурс. Ну что ж, давайте похлопаем. Спасибо. Это Вячеслав Викторович и Елена Александровна. Спасибо, это представители Музенидис Тревел. Ну, а теперь главная интрига. Интрига. Кто же выиграл? Итак, давайте начнем с вице-мисс. Вице-мисс? Да, итак, у нас есть официальный обычный парень, вот он, красавчик. Итак, вице-мисс. Ух. Итак, раз, два, три. Раутлех Софья! Софья, поздравляем тебя! Мисс Креативность и вице-мисс Софья. Вот, и
И интрига уже накалилась до предела. Кто же выиграет? Кто же поедет в Грецию? Все хотят в Грецию, уже поедет. Грецию с Артемом. Ага, вот подвох. Ага. Вы думали, так все просто, поехали в Грецию на 5 дней отдохнуть, а там еще Артем Меркулов. Да, я заставлю работать и делать курсовые работы. Вот Артем все, как обычно, заполнил. Да. Но Артем к интриге. Интриги. Так. А интриги нет. Интриги? Место одно. Знаем, выиграет его. Поездка одна. Девушка. Одна. Победительница. И это... И раз, два, три. Лебедева! Дорогие друзья, все самые красивые, самые лучшие люди. И Бог, мы вручаем тоже всяческие ништячки, как говорится, подарки. Нашим девчонкам. Девчонки, молодцы. Не было бы вас, не было бы нас, не было бы мисс. И теперь давайте в последний раз искупаем аплодисментов этих красавиц. Спасибо всем, что пришли, спасибо за вашу поддержку. И спасибо вам, девчонки, за то, что радовали всех нас. Ура! 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 Конкурс окончен! Спасибо всем!